Тюменской области для инвесторов создаются комплексные пакетные предложения, и на одной территории мы открываем индустриальные парки и особые экономические зоны регионального уровня. Сейчас у нас есть 3 индустриальных парка. Это Боровский, Багандинский и индустриально-логистический парк ДСК-500. Планируется создание агропарка в Вышимском районе. Это большой куст районов, сельскохозяйственные зоны, порядка 9 территорий находятся в том регионе. И мы надеемся, что это позволит дать еще дополнительный толчок развитию агропромышленного комплекса в целом Тюменской области, потому что там именно сосредоточено более половины производства продукции сельского хозяйства региона. В этом году мы внесли изменения в ряд законов Тюменской области, облегчающих налоговое бремя предпринимателей. Расширим перечень видов предпринимательской деятельности, на которые при применении специальных налоговых режимов распространяется нулевая ставка. Под упрощенную систему налогообложения попадает 24 вида деятельности, по патентной системе налогообложения 21 вид деятельности. В нашем регионе выстроена трехуровневая система финансовой поддержки инноваций, это и субсидии, и гранты, и инновационные займы. Создан клуб бизнес-ангелов, и мы надеемся, что его деятельность, она получит поддержку. В него вошли 50 влиятельных бизнесменов, которые готовы собственными деньгами поддерживать наши разработки при агентстве инфраструктурного развития региона. В этом году мы запустили новую систему инновационных займов, такие три цифры, 3 до 3 миллионов под 3% годовых на 3 года для поддержки стартапов через региональный фонд микрофинансирования.